Меня попросили найти вам задание. Найдите свою ценность, и мы подберем что-то менее экстремальное. Я считаю, республика была очень щедра к вам, мадемуазель. Где я могу найти мэра? Кто спрашивает? Луиза Виолет. Я новая учительница. Все изменилось. Школа бесплатна, светская и обязательна. Мы ничего не просили. Здравствуйте. У нас своя жизнь, своя культура. Мы и без вас умеем думать. Либо вы пришлете детей, либо я вызову жандармов, пока вы здесь чужая. Если сделаете это, станете врагом. Теперь мы будем обходить вас стороной. Если хочешь, чтобы она осталась, дети должны ходить к ней. Говорите с местными прямо в глаза. Когда они пьют, пейте и вы. Все это хорошо, но что, если она будет знать больше меня? Он нас выгонит. Закончив школу, он спрашивает: «Это та самая школа? 5 на 5? 25. Какая высочайшая гора Франции? Научите меня писать, я тоже. А ты что думаешь, учительница?» «Мне он нравится. К тому же она современная женщина. В маленькой деревне слухи не остановишь. Прибыть-то легко, надо уметь уходить. Фермент станет ветеринаром или министром. Все возможно. Ей нужно уйти. Пусть уходит». «О чем ты нам не говоришь?